Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi 14. И сейчас я покажу вам, как включить и настроить мобильную точку доступа. Итак, для этого мы свайпаем вниз и ищем здесь точку доступа. Если ее здесь нет, нажимаем «Изменить». Находим ее здесь. Если здесь ее нет, то переходим в настройки. Вообще-то вот она у нас здесь есть, поэтому нажимая на нее, мы можем ее включать и выключать, но также мы можем все это сделать через настройки. Можем зажать на ней пальчик и перейти в настройки. Выбираем настройки точки доступа, и здесь мы можем изменить название сети, пароль, защиту, идентификацию. Диапазон частот точки доступа можем выбрать и можем скрывать название сети. Также можем высветить здесь код для подключения к точке. Можем настроить однократный лимит трафика. Можем включить автоотключение точки доступа и поддержку стандарта 6-го поколения. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.